Друзья, в этом видео хочу рассказать, как можно сделать самому вот такие абразивные диски, которые применяются на граверных машинках, на бормашинках, как с гибким валом, так и без гибкого вала. Стандартные диски бывают быстро заканчиваются, не всегда есть под рукой, и надо быстро сделать. Они продаются вот в таких вот баночках, наборчиках. Плюс у них большой расход. Сейчас покажу, как можно сделать быстренько диск такой самому. Вот на такой держатель для дисков. Для этого нам понадобится вот такой болгарочный диск, уже полуизрасходованный, ненужный, щербатый уже, который некуда применить. Желательно 1 мм, но я в данном случае 1,6 мм применил. Затем нам надо какая-нибудь окружность, вот типа вот такой крышечки сюда приложить на диск. Или вот такой побольше диаметр можно диск сделать. Также от самой вот этой баночки можно взять вот размер диска, сделать под стандартный. Ну, они разных вообще бывают размеры. В мастерской не всегда бывают вот такие крышечки. Вот можно применить и головки разных размеров. Вот этот, допустим, вы знаете сразу размер 24 миллиметра. Это 22, ну и так далее. Какой нужен вам размер. Затем нам понадобится карандаш или маркер. В моем случае это белого цвета. Вот такая отверточка для вот этого держателя, чтобы потом прикрутить шило. Но шило не всегда эффективно. То есть после того, как мы расчертим окружность, по идее нужно отверстие шилом проделать. Это не всегда эффективно, поэтому лучше взять или шуруповерт с миллиметровым сверлышком, потому что шило не справляется, диск армированный. Соответственно, вот эти маленькие диски будут у вас армированы. Затем нам надо будет кусачки, либо большие, либо маленькие, у кого какие есть. Берется вот крышечка, прикладывается, очерчивается окружность. Можно по краешку выровнять сразу. Ну и затем кусачками вот так вот потихоньку надо обгрызть. Вот такой вот получился диск. Ну и берется шилом, можно отцентровать отверстие. Но шилом, я вам сразу говорю, это неэффективно. Вот так вот. Стандартные диски очень тонкие. Смотрите, раз и поломался. Вот видите, они очень сильно крошатся. И они для более деликатных работ. А этот вот крепкий. Видите, его невозможно практически вручную сломать. Дремелевские диски вот такого плана очень дорогие, кстати. Ну вот, вот так вот у нас это получается дело. И теперь нам его нужно сделать красиво, кругленький. Вставляем шуруповерт, переключаем в обратную сторону. И вот смотрите, вот у меня, все вы помните, вот такая есть установка, подошва вот эта вот, на ней болгарка, я струбцинами зажимаю. В данном случае сейчас стоит вот этот диск для шлифовки, для заточки, для всего. Также можно обойтись и без вот этого диска, а взять заточный диск обыкновенный. Вот опять удобство этой гайки. Вот, соответственно, вот такой вот диск получился. Сейчас мы его проверим на гибком вале. Друзья, вот я его установил, этот диск. Чем он хорош, тем вот, что он армирован и не разлетается, как стандартные диски. Сейчас посмотрим, как он режет. Также очень удобная штуковина для работы с различными пластиками. Вот у меня пример.
пластика с различными плексигласами. Сейчас покажу. Получается очень удобная вещь, подлазить где-то в мелкие, в узкие места, срезать что-либо, какие-нибудь недоступные вещи. Смотрите, не обглодался диск сам по себе, он даже выровнялся наоборот по окружности. Друзья, в общем, вот такой вот диск можно сделать самому. А также этот диск можно установить просто на болт двумя шайбами с двух сторон и законтрагаить, и вставить вот так вот болт в патрон и работать. Все, друзья, кому понравилось, ставьте лайк. Всем пока.